Всем привет! Я Арина, и это Технокухня. Сейчас мы осуществим мечту многих пользователей, собрав тихий, но при этом мощный компьютер. Сборка тихого компьютера начинается не с процессора и видеокарты, а с корпуса. Именно от его выбора зависит основа тишины. Что такое вообще тихий компьютер? Это корпус обязательно с дверцей, чтобы снизить шум от винчестеров. Это боковые крышки, обитые звукопоглощающим материалом. Это винчестеры на вибропосадке. Это мягкий материал на ножках корпуса и блок питания снизу, чтобы сразу исключить его из системы. Это кулер, способный охлаждать шестиядерный процессор, даже в тихом режиме работы. Это блок питания с продуманной системой охлаждения, с большим вентилятором, работающим на низких оборотах. Это видеокарта, система охлаждения из трех вентиляторов, или видеокарта, занимающая три слота в системе из-за широкого кулера. Это винчестер VD Green, который слабо вибрирует и меньше греется, требуя не очень оборотистого переднего вентилятора. Это 14-сантиметровые вентиляторы корпуса. Это Reobus, чтобы управлять оборотом вентилятора в системе. Всем вышеперечисленным качествам соответствует наша система. Цена получилась не детской, в основном из-за шестиядерника. Но, как говорится, гулять так гулять. Система поддерживает связки видеокарт 16 плюс 16X. Можно будет вторую GTX 780 добавить без проблем. Тем более, они подешевели. Плата поддерживает и 16/8/16, так что в будущем, когда титаны упадут в цене, можно три таких взять и будет тихо. Если будет жарко, вентиляторы видеокарт будут увеличивать разбег. В этом случае можно убрать боковую заглушку и добавить сбоку 14-сантиметровый вентилятор. Добавить два сверху таких же, один снизу такой же, и будет хороший продукт. Вы достигнете баланса тишина-производительность. Reobus позволяет управлять вращением шестью вентиляторов по отдельности. Можно установить зависимость скорости оборота от температур, и тогда часть вентиляторов вообще не будут работать в простое без нагрузки. Ни одна сборка не обходится без твердотельного накопителя. Это не прихоть. Он действительно делает взаимодействие с ПК очень быстрым и комфортным. Да и цены уже не такие дикие. Можно покупать. В общем, сами себе завидуем. А с вами была Арина. Всем пока-пока.